Кто стал народным любимцем, выясняли сегодня в Астане. Интернет-пользователи в социальных сетях голосовали за депутатов, общественных деятелей, спортсменов, журналистов и их издания, а также за представителей Бамонда. Всего кандидатур было около 400, номинаций более 10. Среди лауреатов общественной премии Мажилисвумен Дарига Назарбаева и маленькая шахматистка Жансая Абдумалик награждают премией «Народный любимец» уже в третий раз. У нас в Казахстане до определенного времени, вот до последнего, очень мало занимались популяризацией как самой политики, так и самих политиков. Мы решили популяризировать и не только политиков, решили взять и спортсменов, решили взять и деятелей культуры. Три у меня номинации средства массовой информации.